Лучше всех рисуют, поют и танцуют. В Чебоксарах подвели итоги республиканского форума «Одаренные дети Чувашии». Кто-то представил на суд жюри фотографии и видеоролики, кто-то эссе и стихи и даже самостоятельно сшитые театральные костюмы. Одаренных детей Чувашии награждали сразу по 7 номинациям. Один из участников поразил организаторов виртуозной игрой на музыкальном инструменте. На победу претендовали 150 человек. Именно столько ребят принимали участие в конкурсах. Но в результате на торжественную церемонию были приглашены 30 школьников. Им вручили золотые статуэтки, торты и подарки, которые могут пригодиться в работе. Микрофоны и профессиональные наушники. Работы юных художников были вывешены на обозрение всем. Претенденты на победу в номинации «Изобразительное искусство» рисовали плакаты о правде. Такую задачу перед участниками поставили организаторы форума. Многие картины просто поразили членов жюри. Но первое место заняла ученица гимназии номер 5. Анастасия не просто взяла в руки кисть, но изучила традиции, поговорки народов мира. Разделила картину 12 секторов. В каждом секторе я хотела показать какой-то либо народ. Вот эта группа секторов обозначает чувашскую народность, эти три сектора – русскую народность, также там английский народ, французский, сирийский. Лучшие из лучших скоро поедут в Москву на форум «Одаренные дети России». Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.